Мы получили очко, но не добыли победы. Бывают такие ситуации, когда соперник забивает гол и создает моменты. Бывает, когда сами себе. То есть в данном моменте мы сами ошиблись и сами привезли себе гол. Я не припомню, чтобы у соперника были моменты. У нас были неплохие, скажем так, подходы и работали со средних, с дальних дистанциях ударом, да, мяч не заходил в ворота. Но, тем не менее, нам нужно было еще сделать качественные вещи, тем более мы оказались в такой ситуации. Тем более у соперника было удаление. Поэтому нам нужно было сделать еще такой разворот игры с фланга на фланга, доставки мяча в штрафную, с фланга, с полуфланга. Вот на это нужно было сделать акцент. Но, тем не менее, очко. Естественно, нет удовлетворения у команды и у нас от результата, которого мы добыли, как это не смешно звучит, мы добили на последней минуте матча. Вот, несмотря на вот это вот содержание, понятно, что поле оставляет желать лучшего, но поле оно для всех одинаковое, и, конечно, сложно вскрывать такую массированную оборону, вскрывать именно на таком поле. Но, тем не менее, мы должны были это делать. Вот в этом возникли определенные трудности, может быть, в качестве доставки мяча и в качестве атакующих действий. Вот. Но мое убеждение, что мы должны быть выше этого. Может меняться поле, стадион, мы не должны измениться самому себе. Мы должны продолжать делать то, что мы делаем. Но только это нужно делать более качественно, с верой. И вот по поводу о вере. Я хотел поблагодарить болельщиков всех, потому что, несмотря на весь расклад игры, они понимали и гнали, поддерживали команду, верили в нее и гнали. Это нам придало дополнительных усилий. Огромное им спасибо. Мы играем для них, и мы одно единое целое, и это важно.